Всем привет! На свое ТВ начинается охота. Охота за подарками. Уже практически месяц самые внимательные зрители свое ТВ ежедневно выигрывают крутые призы. Напомню, 1 декабря мы начали третий сезон охоты, и за этот месяц вы выиграли уже 28 сертификатов в рестораны Кебаб Мастер, Сити Роллс и в Центр косметологии Бель. Кто-то не пропускает ни дня, а кому-то впервые улыбнулась удача в охоте. Я выиграла приз, сертификат на 1000 рублей в City Rolls. Я считаю, что это очень полезный подарок, поэтому я решила участвовать. Все мы были очень рады. Мы участвовали вместе с семьей. Вот. Всем понравилось. Вау, вот это реальная охота. Ждешь, смотришь, волнуешься. И потом удовольствие, конечно, когда выигрываешь, это... всегда положительные эмоции. Но это еще не все, ведь в канун Нового года в прямом эфире мы разыграем главный приз – смарт-телевизор. За него поборются все охотники декабря. Успевайте поучаствовать в главном розыгрыше уходящего года. Ну и это еще не все. Вы просили больше интерактива? Мы сделали. Грандиозная раздача презентов продлится и в январе. Мы решили продлить полюбившуюся телезрителям охоту за подарками. С 1 по 13 января смотрите свое ТВ, ищите QR-код с кодовым словом и забирайте свои подарки. Главный приз – вертикальный отпариватель, который мы подарим уже 13 января. Участвуйте и побеждайте. Валерия Галакова, Никита Игнатьев. Наши новости.